Так, ну и где это я снова? Блин, опять дом, что ли, поменял? Да сколько можно-то уже менять дома, блин? Дни сурка какие-то. Так, а это что за белая точка перед глазами? В глаз, что ли, что-то попало? Надпись какие-то опять у нас. Что за надпись? О, свет. Отлично. Блин, почему у меня свет постоянно где-то с улицы включается? Ну неужели нельзя внутри щиток расположить, блин? Так любой подошел, да вырубил, блин. Что за люди такие, а? Так. О, ништяк, тумбочку поставили и телефон. Если вот про холодосик что-то забыли, как обычно, блин. Когда же это закончится уже? Так позвонить можно, наверное, кому-нибудь так надо звякнуть. Так ключ-то просрал где-то, блин. Ну ладно, с утра достану, блин. Ладно, пусть там и лежит, зато не украдут наверняка. Так, алло? Алло, есть кто? Чё-то нет никого, походу. Что это за звуки, блин? Так, а там кто у нас поживает? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А что это за звук? Там, походу, пожарная сигнализация включится. Пожарные приедут, блин. Скажут, я поджег все, надо валивать отсюда. Так, 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 я не при делах. Не при делах. Так, я коробки домой затаскиваю. Замок. Надо замок с собой забрать, блин. Блин, а почему замок? Ну, нельзя, неужели обычный? Зачем навесной-то ставить, блин, куда-то? То есть ко мне гости, допустим, придут. Хотя какие гости могут мне прийти сюда просто... В одну комнату. У меня здесь даже туалета нет. Куда мне ссать ходить? На улицу, блин. Я такой, сейчас я до магаза сгоняю. Такой на навесной замок их закрыл и свалил. Телефон кому-то звонит. Сейчас еще отключат его, блин. Ладно, пусть лежит. Пойдем еще коробку. Так, ну, кстати, походу сюда буду ходить. Соседей вроде нету толком. Блин, ну это как-то неудобно. Если мне по-большому надо. Надо здесь толчок, что ли, какой-то себе построить, блин. Ну реально, куда в туалет-то ходить? Да хватит уже, блин. Так, это что у нас? Так, давай, давай, заносим коробочки, там что, вискарик у нас, еда какая-то, блин. Ну, такая, быстрое приготовление, о, вот это, кстати, с дошиком коробочка, по-моему. Так, нормально, опять какие-то надписи перед глазами. Так, а почему с другой стороны нет надписи, только с одной? Блин, нифига себе, у меня глюны периодически, постоянно что-то происходит. Так, ну и что это там? Опять этот сосед, да когда он уже пропадет-то, а, блин? Обалдеть. У него там что, детский городок, что ли, в подвале? Или это выход с другой стороны здания? Реально, он куда-то заходит, там какие-то машинки ездят. Ты там что, убил, что ли, кого-то? И довольный такой идет, смотри-ка. Нифига себе. Не, ну это что-то вообще дела какие-то, блин. Взял кого-то, убил. Что-то там спрятал, надо сходить, посмотреть. Что за детский городок, что это за соседик опять у меня, блин. Хотя я его помню, у меня постоянно все вот эти соседи, англичане, выглядят все одинаково. Не знаю, с чем это связано, блин. Какие-то странные они. Так, тихонечко, тихонечко. Блин, а меня не посадят вообще за все за это, блин. Скажут, нифига себе, пришел в дом, кому-то вломился, блин, ходит по нему. Ну, бинокль нашел. Опа-на! Нифига себе! А я смотрю, он парень с района, походу, тоже. Ну, блин, а кто еще будет прятать ломик, блин, под кроватью? То есть сразу понимаешь, что если вдруг кто придет, он его тут же с ломиком и встретит. Но это по-нашему, я думаю, мы с тобой сумеем сговориться. Так. Какие-то опять звуки какие-то у меня, блин. Надо плеер-то выключать почаще. Так, что-то где-то открывается. Мне кажется, что на втором этаже. Но если на втором, то бог с ним, в принципе. Так. Отлично. Блин, а что он все так запечатал? Кого-то там убил, что-то сделал. О-о-о. Помедленнее, пожалуйста. Стой, стой, сука. Нет. Беги, беги. Капканы везде проскидал, блин. А ты через дверь не пробовал выбежать? Чего ты постоянно через окошечко-то за мной выпрыгиваешь? Какой-то ты неправильный сосед, однако, я тебе скажу. Так, все, надо дома закрыться, я дома сижу. Меня никто не видит, я никого не вижу. А, привет, сосед, это ты? Да сорян, я тут вещички забыл все положить на место. Я тут вещи потаскаю пока. Так, коробка со сгущеночкой. О-о-о-о-о, полегче, помедленнее, я... В смысле, ты мне окно разбил? Зачем ты разбил окно и залез мне в дом? Ты опять хочешь домой махнуться? Да, в принципе, я не против. Давай, ты у меня тусуешься, я у тебя тусуюсь. В принципе, все нормально, мне кажется.
Так, а как бы мне попасть по этим штукам-то, блин, а? Мне кажется, блин, не попаду. Так, 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 еще буквально два болтика осталось. Так, так один. Последний болтик. Все, отлично. Так, осталось где-то ключ у него найти. Че по телеку нового? А, кабельного нет, как обычно. Ну ладно, окей. Так, он у меня в доме тусуется. Так, а что у тебя вообще есть на втором? Так, надо пойти пожрать что-нибудь все-таки. Вон все равно есть у меня дома. О, нормально, тосты есть. Зачем мне тарелка? О, еда китайская. Домой, пожалуй, тащу. Потом помидорочки. Зачем ты тарелки, блин? Хотя и тарелок у меня нет, тарелку тоже утащу. Ну как-нибудь потом. Так, подожди, это что, акула у тебя, что ли, плавает? Какого черта у тебя плавает акула? Серьезно. Подожди, как ты вообще залил сюда воду на второй этаж? Вообще, как это реально сделать-то, блин? Ты просто залил воду, подожди, у тебя, может, какие-то потолки особенные? Да нет, обычные потолки. А как у тебя вода не протекает, блин? И как она вообще у тебя здесь плавает? Это очень странно, поверь мне, сосед. Я много своей жизни повидал, ну, чтоб у кого-то акула на втором этаже плавала, еще ни разу, блин. Слушай, а ты сам как в комнату-то проходишь? Ну вот действительно, тебе ж надо в комнату, например, пройти, а здесь у тебя акула плавает. Нифига себе. Не-е-е. Я так не играю, блин. Так, слушай, интересно, если отопление у него выключить, то что будет? Акула, может, замерзнет тогда? Сейчас посмотрим. Серьезно, лед? Так быстро. Да на улице не зима, даже вы угораете. Если бы здесь был лед, я не знаю, у него бы все в доме бы заморозилось бы сразу, блин. Да у тебя стены бы здесь, мне кажется, разошлись бы, блин. Чуть бы куда-нибудь бы точно выбил. А акула-то, главное, все тусуется, нифига себе. О, колокольчик нашел. Так. Надо взять колокольчик. Не знаю зачем, просто чтобы был. Так, давайте. Сейчас все осмотрим. О, гараж нормально. Что в гараже у нас? Молоток есть, шикарно. Отлично, что есть молоток. Ну, в принципе, я не против, что мы домами поменялись. О, нифига себе, лопату нашел. И что делать с лопатой? Слышь, он кого-то закопал, походу, говорит. Это план, говорит, инструкция. Если ты проснулся, говорит, под землей, то, говорит, звони в колокол, и все тогда нормально будет. Копаем. Так, ну-ка. Так, ладно, тарелки пока оставим, жратву попозже заберем. Нифига себе. А нафиг ты манекен за... Вообще, почему ты закопал у себя в доме кого-то? Ну, серьезно, у тебя здесь фундамент должен быть, цемент какой-то. Ты, в смысле, это все продалбливал, что ли? Чтобы закопать манекен? Что-то я ничего не понимаю. Ну, ладно, давай какие манекен заберем. Как-нибудь. Опа, отлично. Нифига себе там. Грудянские манекены, это нормальсянские. Так, ну пойдем сходим на второй этаж. Погуляем здесь, походим. Нифига себе. У тебя что, тут аттракционы, что ли, какие-то, блин? Ключи, говорит, можно. Айфон, говорит, можно выиграть. Нет, это не айфон. Это вообще пульт какой-то. То есть, блин, у тебя можно выиграть пульт от телека. А если у меня дома есть уже пульт от телека, зачем мне второй пульт от телека? Так, давай сюда тебе поставим на всякий случай. А это что, класс, что ли? Ты что тут, блин, преподаешь, что ли, что-то, блин? Нифига ты, походу, бабла заморачиваешь. А где вообще дети все, где что? С кем ты там занимаешься? Так, ну давай-ка молодость помню. Что у нас там молод? Так, F. Зачем мне F? Мне не надо F. Так, что у нас здесь? 3. Так, стульчик подвинем. Нифига себе. Так, отлично. Так, 1 плюс 4 равно 5. Все. 9 минус 6 равно 3. Так, ну давай попробуем. Подгадываем. Вот сосед вернется, обрадуется. Уже на неделю эти загадки решать, все никак разгадать не может. Так, 2 умножить на 4, 8. Лето, осень, папиросим, видимо. Так, 8. Нифига себе, ствол выпал. Обалдеть. Слушай, у вас тут что, школа гангстеров, что ли, какие-то? Что-то угадываешь, и ствол вылетает? Ну, это что-то я не знаю, даже ты меня пугаешь уже с такой фигней. Так, ну теперь у меня есть ствол. Зачем мне ствол? Так, комната закрыта. Как-то бы туда пройти бы. Слушай, а ты пол не пробовал сделать? Да у тебя всю хату так вставить могут. Просто ночью кто-то придет, подсадится сюда. И начнет своими делами заниматься, блин. Странный ты какой-то, я бы тебе сказал. Нифига себе. А чё столько моников и не один не работает? Зачем тебе комната? Я так понимаю, знаешь, что-то по типу security комнаты, да? А зачем тебе такая комната, в которой даже в принципе, блин? Просто ты смотришь вот на этот белый шум на телевизор. Ты реально считаешь, что это нормально? Так, отмычка какая-то.
Что-то подобрать нифига не могу. Так, ладно, давай возьмем, наверное, пригодится мне где-нибудь. Так, стул, стул, бок. Отлично. О, колокольчик в туалете нашел, нифига себе. Ты здесь, смотри, по всей хате колокольчик накидал. Сейчас я где-то там музыку прибавлю так. Ты по-большому давно хотел, у меня дома туалета нет. Блин, надо было хоть телефон взять почитать. Даже дезодоранта нет никакого, блин. Так бы состав бы хоть почитал на разных языках. Да посмеялся. Чё бы нет-то, блин, а? Так, ладно, чё-то я ещё стесняюсь, как-то странно. То есть, а если бы у тебя там соседи были? То есть я стою с Суи, на меня напротив смотрят. Странно, очень странно у тебя всё, сосед. Я чё-то нифига не понимаю, блин. Так, а чё тут у нас есть-то? Так, а как-то поиграть можно в эту игру вообще, нет? У тебя вообще здесь что-нибудь работает или нет? Зачем я ствол-то находил, блин? Вот, ствол нарисован, кнопку, говорит, нажать, говорит. И бэнг-бэнг, говорит, сразу, говорит, будет. И нормально, говорит, все. У меня ствол вообще куда-то пролазит, блин, сквозь. Блин, смотри-ка, и не жмется, блин. Че за беда-то такая? А, ты подожди, его, наверное, поместить надо. Ствол, а ты куда улетел-то? Ты куда делся-то? А, вот он, дружье. Я что-то сижу, какой-то фигней страдаю, блин. Действительно, здесь же даже штука есть, на которую вешать. Походу, так и надо сбивать. Так, а как тебе повешать-то, а? Ну, чё ж не вешается-то ничего? Чё ж постоянно происходит? Слушай, у меня отмычка есть. Отмычка, можно замок открыть? Блин, тоже нельзя. Так, ну, с этой штукой я здесь вряд ли что-то сделаю. Не хочу здесь что-то делать с этой штукой. Однозначно. Как? Да чё ж ты вылетаешь-то, а? Чё ж такое-то происходит? Не поднять ничего, не поставить, блин. Чё-то ничего не ставится, блин. Фигня какая-то. Мне кажется, что меня где-то обманули. Так, подожди. А может электричество надо включить, точно? По-любому надо где-нибудь электричество включить. Хотя свет-то в доме есть. Все работает. Нет, все должно работать. Фигня какая-то. Сейчас, разберемся потихонечку. Куда ты опять полетел? А, отсюда все засасывает и все туда летит. Ну ладно, тебе понятно. Во, нифига себе, загорелось все. Обалдеть. Так и зачем с отмычкой в руках стою? Так, ну и что? У нас игра начнется сегодня, нет? Долго мне здесь с ружьем стоять? Так, ну все, я пострелял, должно работать все. Аттракцион, ты будешь сегодня работать? Нет, я призы хочу выиграть. Вообще, зачем я пришел в эту квартиру, до сих пор не понимаю, блин. Оп, нифига там пацаны бегают. Блин, там Ассасин Крида сбил, походу, какого-то бежал. Так, или что, какие-нибудь плюсы будут, фишечки какие-то мне за это? О, смотри, что-то выпало. Это что такое? Ключик. Так. Блин, чё ж не берется-то ничего, а? Постоянно, блин. Да чё за пятно-то, блин, белое такое, слева во... Блин, ничего не понимаю. Точно, походу, что-то в глаз попало. Нифига себе. Это чё у тебя здесь? Чё за уголочек-то? Шкафчик есть, можно в шкафчике гаситься. То есть, ты серьезно? То есть, ты, чтобы сам сюда попасть, ты постоянно стреляешь, у тебя выпадает ключ, потом ты заходишь в эту комнату, такой, оба-на, я в этой комнате. Ты здесь, походу, капканы хранишь, потом их везде скидываешь. А, это молоко, я думал, сигареты оставил. Слушай, а вот эта стена мне почему-то загадочно будет, кажется, блин. Так, сейчас продолбим. Не зря я строителем работал. Так, а что зайти-то не могу? Что за беда-то, блин? Так, все. Отлично. Бог ты мой. Это что такое? Подожди, здесь, по-моему... Куда исчезло все? Куда-то все взяло, просто исчезло. Блин, фигня какая-то. Как так-то? Так, а что за рисуночки-то? Слушай, это что за синий парень? Такое чувство, что он синего кита играл. Ну, видимо, переиграл, судя по фотографии. Слушай, сосед, а ты завязывай. Что за фигня-то у тебя изображена здесь какие-то... Что за психодел это? Что это такое вообще? Это ты, наверное, в детстве такой был, что ли? Или еще? Так, а дверь-то куда ведет? Ага, отлично. То есть дверь меня вообще в никуда ведет. Вот круто-то, блин, а. Вообще какая-то фигня-то, блин, а. Так, а ты что, сосед, все у меня дома сидишь? Ну ты сиди, там пол можешь пока помыть, еще чем-нибудь позаниматься.
Я, в принципе, не против, блин. У тебя-то вот, твой дом-то мне побольше нравится. Так что нормально все. Ладно, я пойду, наверное, пожалуй, блин. Схожу. Так. А, ключ не тот, отмычка же есть, точно. Так, все, отлично. Так, сосед, ты там как? Я надеюсь, ты ничего у меня там ящики не подворовал, ничего, все нормально, то есть идет. Не, смотри. О-о-о-о-о-о! Какая-то страшная музыка у меня в плеере заиграла. Мы ж поменялись домами, да стой, 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 стой. Давай просто пойдем, у тебя посмотрим вот эту площадочку. Нифига себе, а что тебе надо? Какого черта? Ну нифига себе, за солью зашел. Вот это да. Че, экран весь печерен, что за надпись вообще перед глазами? Что значит New Game? Я что, в игру что ли в какую-то играл? Сетинский, это Exit. Не, наверное, пора на Exit куда-то, это однозначно, блин. Вообще странно это все как-то. Ну ладно, я не знаю почему, но мне кажется там сейчас что-то еще будет. Не знаю что. Ну когда-нибудь точно будет, однозначно. Как всегда, лег смертник вроде был здесь. Не знаю, с кем-то общается, как всегда сидит. Сам собой, блин. Не знаю, мне почему-то нравится, когда люди жмут подписаться. Такие вот дела. Так, ну и чё сидим, кого ждем? Все за вас, что ли, делать? Так, жмем теперь на кнопочку подписаться, блин. Однозначно. Потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмем на колокольчик. И жмем сообщать мне обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Лёхи Смертника повышает вашу потенцию. А если вы девушка, то ваша грудь станет еще больше. Помним об этом. Так, и ты что, думал, что это все, что ли? Конечно же, нажать на лайк. Нужно всегда жать на лайки, чтобы Леха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом. Так, и ты что, действительно думаешь, что это все, что я тебя просто вот так ты возьмешь и отделаешься? Пиши в комментах. Леха, как же ты уже залез в мое сердце со своими просьбами все-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение. Помни, что ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть мое самое новое видео. Справа снизу посмотреть самое подходящее. YouTube думает, что это видео специально для тебя. Снизу слева я не знаю, там, наверное, фигня какая-то. А сверху слева, если нажмешь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. Все. Всем пока. С вами был я, Леха Смертник.